Я сейчас хочу обратиться ко всем примарам в Молдове со следующим месседжем. Я знаю, что Дадон оказывает сейчас на вас давление. Кого-то пугает уголовными делами, как было при Плохотнике. Кому-то предлагает трудоустроить родственникам, третьим рассказывает, что ваше село получит больше денег и так далее, и так далее. Люди Дадона подкупают вас и предлагают деньги за хороший результат, потому что это его единственная возможность, повторяю, оказаться во втором туре, не то что выиграть президентские выборы. Хочу вам напомнить, что вы в первую очередь отвечаете перед жителями населенного пункта, который вы возглавляете. Вы не отвечаете сегодня перед партией или перед президентом. Вы должны действовать в интересах народа, ребят. Не подводите людей. Не пытайтесь людей убеждать голосовать за Дадона, потому что он уходящий элемент. Вам надо будет работать дальше и жить с вашими людьми и со всеми теми, которые в нашей стране хотят что-то поменять. Фак акума унапел латос примаридне Република Молдова, лачей лакарел фоску пропуниш континус ви астес, димпартия Луи Додон. Стимас колеч, рок сенса лежес, к астес ной тос, алеши локарь, ням облигат, с служим, че той ценилор, шину Луи Додон сау уный партит политик. Кунос фарти бини месажели, кукари вин уни ладумня вастер, кунос фарти бини бани кари выси пропун, ше кум все организа за туати очестя прочеси мурдари. Астас дела тос примари дни Република Молдова, дела тос алеши локаль, депинди че во фику Република Молдова, норматори патруань. Астас дакануй тос вон фи униц, ж вон спуни ну, фраудерилор, кумпарерилор, вензерилор, но и астас вом салва виитору Републичи Молдова. Йо вапромит, ка лидер политик, ка мприму рынд, тотуш, ка примала армунчи пилбелс, ка йо сын дискис, диа комуника, диа дискута, кутос колежи дин цара. Да ка вец не вой чинева дисприджин умел, дисупорт умел, да ка кумва а весь него дежуришь, авокас, кас вожут, свопротежас, сну волоса с интимидац, демпартия Луи Додон. Сын дискис пентру думня вастра. Но ястас, на честь алежер президентиален, дата 1 ноябри, путем скимба история Републичи Молдова. Авем доу кей. Сау вом авя локалитес фэра четатень. În următorii 4 ani, toți vor pleca, care în Federația Rusă, care în statele Unite la muncă, sau vom da start, vom restarta totul în Republica Moldova. Cunoașteți foarte bine toate problemele care le-am avut și care le avem astăzi ca autoritățile publice locale. Eu cunosc mai bine ca orice politician aceste probleme, deoarece conduc cu municipiul Bălți, al doilea oraș din Republica Moldova. Mă contactați prin rețele de socializare. Mă găsiți prin colegii din raioane. Și haideți să stabilim și să spunem nu acestei fraudări și acestui personaj Igor Dodon.